Друзья, всем привет! Вы снова на канале Оазис Миссис Смит. У нас с вами сегодня видео в необычном формате, но потому что по-другому просто не получится. Вы знаете, я только что зашла с огорода, на улице уже темно. Как вы понимаете, в нашу жару по-другому работать невозможно, либо рано утром, либо поздно вечером после захода солнца. У нас выше 31 градуса. На днях обещают 39, не знаю, на что это будет похоже. Очень тяжело, очень. Но разговор-то не об этом, разговор не об этом. Завтра мы с мужем идем на юбилей к его сестре. Так, ну как-то плохо держит он мне. Штатив плохо держит телефон, поэтому переезжает нет-нет до изображения. Вот так будет нормально, да? Мы идем завтра на юбилей, и я сегодня была в магазине и купила подарок. Очень необычного оттенка антуриум. Пошуршу. Очень хорошего качества и очень красивого оттенка. Он... Вот цветочки придется просто обдуть. Не знаю, насколько хорошо вам будет передаваться цвет. Вот у вас он розовый, на самом деле он больше в абрикосовый оттенок. Вот. И я его решила немножко привести в порядок, поэтому мы в магазине его упаковывать не стали. Упаковку забрала с собой домой. Все-таки мы идем на юбилей, и подарок должен выглядеть соответствующе. И я решила упаковать его с вами. Как вы смотрите на это мероприятие? Пишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Потому что у нас все-таки, как ни крути, тема канала цветочная. А почему бы, собственно, и нет? Правда же? Сейчас мы его немножко приведем в порядок, потому что, ну, после перевозки, после пересылки, да, после переезда, они, конечно, приходят чумазые, они приходят в грунте. Хотя бы вот крупные листочки я ему сейчас хоть немного освежу. Вот, сейчас мы ему красоту наведем. Да кыш! Он, похоже, мошек привез с собой, что ли. Или это мои домашние уже приглядели себе жертву. Так. Очень весело под музычку. Так, самое главное, проверяем, чтобы нигде не было ценника. Ну вот он легкий, да. Он, конечно, хочет несколько попить. А давайте мы вот эту вот штуку подложим вниз под упаковку. Я его полью буквально чуть-чуть, чтобы он не просачивался, вот, чтобы вода не просачивалась вниз. Но если протечет, надо будет, конечно, немного подождать, чтобы перестала стекать вода. Так, вот этот вообще поврежденный лист, поэтому я его уберу все-таки. Некрасивый. Не подарочный, не праздничный. Так. Ну, потому что мне его завтра вести в жару, поэтому я его решила все-таки хотя бы немного сбрызнуть. И как минимум до завтрашнего вечера он никакого ухода не получит. Вот старые листья тоже уберем. Ну так, по возможности, да, не слишком будем зачищать. Так, ну все, вода не протекла. Во что будем паковать? Паковать мы с вами будем вот в такую подарочную пленку. Так,
Ну, практически тон в тон. С цветами. Так. Попробуем. Попробуем. Самое главное, чтобы у нас вот этот вот позорный горшок закрылся. У меня здесь пленки больше. Здесь у нас углы будут ширше. И пусть они будут ширше. Вот так вот. Да? Так. Уф. Плохо, что подержать-то будет некому, да? Руки-то всего две. Ну-ка. Блин, вот этот хвостик, он, конечно... А давайте мы, знаете, что сделаем? Сейчас. Мы сейчас сделаем вот так. Раз уж он под донышко горшка не входит, мы сделаем вот так. Я не знаю, Анна Игоревна знакома с уходом антуриума или как. Но вот то, что она, конечно, хотела себе антуриум, это 100%. Так, нормально. Ну все, можно начинать паковать. Мы сейчас вот это вот все максимально близко к краю горшка перевяжем лентой, расправим и посмотрим. Ленточка контрастная. Так, где у нас будет лицо? Они что-то в разные стороны смотрят. Так-то по идее неважно, да, где будет лицо. Так. Слишком стягивать не буду. Ну, бантик. Не знаю, давайте просто завяжем для начала. Вот. Надо будет, сделаем бантик. Здесь вот точно так же скрепим, потому что ширина бумаги не везде позволяет сделать достаточно пышную упаковку. Вот, а мы сейчас вот эти вот коротенькие уголочки точно так же прикроем. И все. Это видео, конечно, выйдет уже после того, как подарок будет вручен, потому что Аня подписана на мой канал. Я это точно знаю. Хотя она очень редко оставляет комментарии. Вернее, она их вообще не оставляет. Видимо, стесняется. Ну, хорошо. Вот. Посмотрите, как круто получилось. Так, сейчас я, наверное, вам его покажу со всех сторон. А вот здесь мне бы хотелось, знаете, что сделать? Вот такой вот остренький уголок. Вот. Вот. Вот именно то, что мне и хотелось. Он будет вот так вот торчать. Так. Вот. Пускай они будут не совершенно одинаковые, да, не абсолютно одинаковые. Ну вот и все. Вот и все. Это хорошо. Завтра у меня уже подарок будет упакован. Ну, в принципе, вот можно бантик завязать, да. Ну, что это такое? Это прямо узел и узел. Вот. Пусть будет вот так. Давайте покажу, что получилось.
Ну вот, по-моему, неплохо получилось, правда? Я вас благодарю за то, что вы смотрели этот ролик, за то, что вы приходите ко мне, за то, что пишете свои комментарии, оставляете лайки. Я это очень ценю. Спасибо вам огромное за то, что досмотрели этот ролик до конца. С вами была Людмила, Оазис Миссис Смит. Всех люблю. Всем пока-пока.